уважайте нашу власть. Естественно, если я живу в этой стране, ее должна уважать. А почему вы должны ее уважать? Ну, потому что это власть, а каждая власть дана от Бога. А вас устраивают ее действия? Уровень жизни, например? Уровень жизни. А кого устраивает? Может быть, в мире кого-то устраивает? Конечно, не устраивает. Ну что? Ну, оно не должно устраивать. Почему? А не смущает ли вас наличие цензуры в стране? Вот последний вопрос. Обязательно нужно вести, особенно телевидение. То, что показывают, это просто молодежь делает идиотами. Ни мозгов, ничего. Последние мозги вымывает. Ничего, из ничего вдруг такая страна бы... Вам сразу будет цивилизация? Для этого специально у нас были люди, которые сделали то, что мы сейчас имеем. А от нас с вами зависит что-либо? Нет, это все оттуда зависит.